Всем привет, с вами Влад 205 и это топ-5 самых лучших мест для знакомства. Пятое место занимают клубы. Обычно, если вы поставили себе цель познакомиться с противоположным полом, то первое, что приходит в голову, это ночные клубы. Но опыт показывает, что в большинстве случаев в клубе вы не найдете серьезных отношений. Четвертое место заняла улица. Только представьте, солнечный день, центр города, суббота, улыбки мимо проходящих девушек. Все, что нужно для новых знакомств и прекрасно проведенных выходных. Третье место занимают кафе. Многие сейчас скажут, что в кафе очень трудно знакомиться, но я скажу, что это куда проще, чем на улице. Атмосфера хорошего кафе очень хорошо подходит для случайных знакомств. Если на улице вам нужно действовать быстро, в кафе же все иначе. Вы можете присмотреться к человеку и даже несколько раз поймать его взгляд. Второе место занимают музеи или выставки. Тут шанс найти хорошее знакомство очень велик, так как у вас уже есть что-то общее, а именно тематика выставки или музея. Вам уже есть с чего начать разговор, главное просто действовать. И первое место занимает интернет. Вы можете спорить, но то, что вся молодежь сейчас сидит в интернете, это так. И лучше всего для знакомства в этом месте подходят специальные инструменты, например, приложение Баду. Сейчас достаточно создать свою анкету, добавить туда пару своих самых крутых фоток, и новые знакомства вам обеспечены. Вы можете как сами выбирать понравившегося вам человека и начинать общаться с ним, так и ждать, когда вам напишет заинтересованный вами человек. По мне так это очень удобно. Например, я могу начать общение с любой понравившейся мне и совершенно незнакомой девушкой лишь со слова «привет». Только представьте, что уже в наше время, чтобы познакомиться, нужно всего лишь скачать приложение на свой телефон. Что будет в далеком будущем, я и представить боюсь. Нужно пользоваться всеми возможностями, которые дает нам общество в погоне за прогрессом, и не отставать от него. А с вами был Влад 205. Спасибо за просмотр и желаю вам найти свою вторую половинку уже совсем скоро.